Дыхательная система является правилом у пациентов с астениками. Это слабое место у них. То есть очень часто простудные заболевания, как раз подкожно-жировая клетчатка не защищает. Ну и вот по желудочно-кишечному тракту показывается, что кишечник, он тонкие стенки имеет, малая емкость. У гиперстеников, наоборот, более длинный толстостенный кишечник. Гиперстеники упитаны, это все понятно. Связочный аппарат, вот характерно для заболеваний височно-челюстного сустава, что связочный аппарат у гиперстеников прочный, у астеников более такой слабый. Соответственно, у них часто усталость мышц, они жалуются на вот такие, на тяжесть мышц, им хочется поддержать свою челюсть. Связочки очень слабенькие. И, соответственно, в кровообращении он также говорит о том, что у пациентов гиперстеников у них, как правило, высокое давление, у астеников пониженное давление. И дальше секреторная всасывающая функция кишечников разная. Вот скажите, как фармаколог, вот, например, мы чаще всего имеем прескрипции, период всасывания и быстродействия препаратов. Вот скажите, вот в принципе берется какой-то усредненный тип? Ведь на самом деле у пациентов с гиперстеническим телосложением и астеническим совершенно разная всасываемость и наступление эффектов. Как вот в фармакологии этот момент регулируется? Вы знаете, я бы вот еще тут вставил 3 копейки свои. Пожалуйста. Анализируя те данные, ну, физиологически функциональные и те анатомические категории, которые перечисляет Чернорудский вот, в изначальной классификации, ну, например, пациенты астенические, они имеют, это тоже доказано и связано с анатомией, долихоцефалическую форму головы. Ну, что понятно, она более вытянутая там, и так далее. Поэтому, казалось бы, у них пазухи должны быть более вытянуты по сравнению с пациентами нормы и гиперстеническими. Но это просто какие-то моменты, которые, возможно, на сегодня требуют уточнения или модификации уже, или пересмотра, потому что точно так же, как степень покрытия волосистым покровом различных частей тела, на сегодня доказано, что их детерминируют совершенно другие гены. И независимо от конституции пациента, количества, да, там, говоря о размере губ, мы понимаем, что есть пациенты разной расы, у которых размер губ может быть продиктован тоже анатомически в сравнении с другими. Поэтому чем будет больше расширение, поскольку все-таки, да, Чернорудский, кто были его пациенты? Вот мне кажется, да, это тоже очень немаловажный момент. Какой у них был образ жизни? Потому что часть вот этих вещей, которые он видел чисто анатомически, при анализе мирового опыта, ну не то чтобы оказались в заблуждении, но они требуют уточнения, я бы сказал так. И очень приятно, что авторы, они как-то открыты к этому. Как вопрос там к рубцеванию. При прочих равных у всех пациентов разной конституции рубцевание будет происходить в одинаковые сроки, но с разным результатом. Это концепция, которую предложил Чернорудский. На сегодня мы понимаем, что раз у этих пациентов разный обмен веществ, то, по идее, у них с одинаковым результатом будет происходить рубцевание, но в разные сроки, потому что обмен веществ астеника, очевидно, намного быстрее. То есть, условно, есть у нас 2 спортсмена. Один худой, а другой, извините, толстый. Так вот, чтобы они одинаково бежали, их же кормить нужно по-разному. Тинкач, но рубец-то все равно Говоря... будет разный. Атрофический, килоид или гипертрофический. Да, да. Касаемо фармпрепаратов, насколько вот, например, у астеника... Сейчас, да, я отвечу на этот вопрос тоже. И такой, например, момент, что мы говорим, вот гиперстеники, они предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям. Ну так вот, изучая патологию сердечно-сосудистую, они предрасположены к заболеваниям сердечно-сосудистым в области системы сердца. А астеники, как давным-давно доказано, это пациенты, которые чаще страдают инсультами. Это связано, ну, элементарно почему? Потому что у одних сосуды длиннее. И, конечно же, требуется, да, вроде кажется, давление выше, чтобы оно, да, кровь бежала быстрее. А на самом деле тоже не, это неоднозначно. Касаемо того, как определяется в инструкции лекарственных препаратов, вот эта скорость всасывания, конечно же, это усредненное значение. Это продиктовано так называемый GCP, стандартами и стандартами GLP, которые требуют большого количества пациентов, входящих в группу. Так вот, конституция является одним из показателей, которых входит в перечень для отбора пациентов в исследование. Поэтому по факту мы уже используем ключ конституциональный, если говорить про фармакологию такую вот чистую совсем.
кого мы лечим. То есть у нас конституция, по сути, заложена и в динамику препарата, и в кинетику. Поэтому это усредненные данные, конечно же, для группы пациентов, у которых в норме и должна быть эта патология. То есть мы говорим о том, что все равно болезнь сердечно-сосудистой системы – это ядро, центральная система, это гиперстенический, а периферические отделы, например, инсульты, в принципе, оно укладывается в наш вот этот концепт. Да? Итак, мы остановились как раз на системе кровообращения, и логичным продолжением является, в принципе, цвет кожи. Чаще всего именно полнокровные сосуды, да, и краснота кожи является одним из таких патогномических признаков пациентов с широким биотипом. Да? Пациенты с худощавым астеническим телосложением, у них венки находятся достаточно, может быть, глубоко, кожа светленькая. Соответственно, это их особенность. Опять также, проходя к типам лица, вот мы уже этот момент с вами обсудили, что пациенты, как правило, астенического телосложения, мы их называем даже аденоидный тип лица, то есть оно более вытянутое. Это целый симптомокомплекс, который характеризуется предрасположенностью к определенным типам болезней. Доли лихоцефалы свойственны все-таки астеническому телосложению, они более высокие пациенты. Брахицефалические – это то, что мы называем квадратное лицо, ну и среднее значение нормоцефалические. Высокое лицо чаще всего характеризуется третьим классом, так называемые мезиалы. Пациенты брахицефала чаще всего характеризуются как раз дистальным типом прикуса. Ну и норма – это вот первый класс по Энгли. Пациенты нормоцефалические, они считаются достаточно сбалансированными мышечно и функционально, у них нет никаких вот таких сильных перекосов. А у пациентов с мезиальным дистальным прикусом уже имеется определенное влияние на долгосрочное функционирование зубов и ВНЧС в том числе. Мы, например, как клиницисты это можем определить как высокий угол, низкий угол тип лица. И вот здесь мы можем как раз видеть доли лихоцефала, брахицефала, такая схематическая боковая ТРГ. И вот доктор Морозова, это ортодонт, который работает в концепте конституционально обусловленной стоматологии, она дала некоторую оценку пациентам с долихоцефалами. Это определенная ротация плоскости окклюзионной кпереди, пневматизация черепа, они все-таки об этом говорят, овальные лица. У этих пациентов тонкая кортикалка, вот она замечает перед ортодонтическими манипуляциями, мы ТМО, когда с вами устанавливаем, вот этот момент очень важно тоже иметь в виду. То есть перед началом лечения ортодонтического пациента с тонкими кортикалками, чаще всего это пациенты с третьим классом скелетным, мы практически сейчас ввели в обязаловку эту пересадку твердой мозговой оболочки. То есть для того, что мы называем фенотипического изменения генотипа десны. Скажите, пожалуйста, по вот этой методике и как она коррелирует с нашей темой. Вот в дополнение, если вы позволите, классификации чернорусского есть один интересный подход, который, если анализировать, ну, эволюционно, и вот как раз, да, вот эту модель, которую вы показываете, все очень взаимосвязано между собой. Пациенты, которые являются, то есть имеют первый конституциональный тип, они гиперстеники, они как раз травоядные. У них более крупное тело. Давайте вспомним динозавров, что там далеко ходить. Кто это были? С большим телом, с развитой именно жевательной частью, да, мускулатуры, и с нагрузкой основной на жевательные зубы. Если мы посмотрим хищники, понятно, что они были там большие, маленькие, летающие, нет, но у них вся нагрузка была первично сконцентрирована на передних зубах, для того, чтобы хватать жертву, отрывать и глотать. Поэтому процесс жевания у них особо не подразумевался. Удивительно. То есть, в принципе, жвачные животные, они больше тренировали свои мышцы, конечно, тот, конечно, который ухватил, проглотил. Конечно. Мне тут академия одна зарубежная присылает исследования как раз по костям и по развитию. В динамике они сравнивают разные группы динозавров, и именно вот у кого был какой образ жизни, как они, в общем, выглядели, и как, да, какие имеют показатели и измерения. Еще один нюанс, что мышечный тип был направлен, тоже смещен от дальних участков жевательных зубов к переди. Почему все проблемы с суставом у астеничных пациентов? Это первый компонент. А второй компонент, что они, конечно же, имеют более лабильную психику, поскольку это нервный тип. Вроде в состоянии покоя у них все хорошо, но есть, как только возникает стресс, к которому они предрасположены, и синдром Селье тоже сюда вот как бы можно добавить еще в общую корзину этих аргументов «за»,
конечно же, у них быстрее возникает, они сильнее сжимают зубы. А поскольку мышечный жевательный аппарат не способен компенсировать, то деформации суставные, они, очевидно, имеют большую частоту.